Ворота Нижнекамского детского дома закрыты. Сейчас здесь полная самоизоляция. Выход за пределы строго запрещен. Вместе с воспитанниками детского дома на самоизоляции воспитатели, медики, обслуживающий персонал. Взрослые живут в отдельном корпусе. За состоянием здоровья всех постоянный контроль. В учреждении приняты все меры безопасности. Трижды в день медицинский работник осуществляет замер тела температуры как работников, так и детей с обязательной фиксацией в журнале. То есть применяются все меры дезинфекции. Всем здоровья! Самоизоляция на распорядок дня не повлияла. В первой половине дня ребята заняты учебой, после занятий по интересам. Кто-то читает, кто-то рассаду выращивает. В Нижнекамске помимо детского дома на особый режим перешел социальный приют «Балкыш». Всего в Татарстане 45 организаций теперь будут жить в режиме полной самоизоляции. Вводить новый режим работы будут поэтапно. Переход должен завершиться до 27 апреля.